Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре крайне интересный плоский EDC-набор. Почему плоский? Потому что все, в принципе, плоское. Почему все плоское? Чтобы не мешало носить в карманах. То есть то, что я с собой ношу каждый день, если я выхожу из дома без сумки, без браслетки, без рюкзака, без подсумка и так далее. Если посмотреть на эти шорты, в данном случае бренд MTAG, потому что здесь очень много интересных решений именно для ношения этого же EDC-набора. То есть здесь есть то, чего нет в других шортах, штанах, брюках и так далее. Это точно шорты, я вас не обманываю, потому что как бы сейчас сентябрь, но еще тепло, поэтому хожу в шортах. Итак, начнем. Первый и самый главный критерий для таких вещей, это вот, сейчас я вам продемонстрирую. Кроме пряжки, мы видим, да? То есть ничего не болтается, не стукает, не бряцает. Ну, меня это, если честно, раздражает, когда вот, допустим, какие-то конфеты, да, вот ты идешь, а у тебя при каждом шаге вот так происходит, да? Убил бы. Шутка. Здесь, опять же, есть жуйка, но она как бы не звенит. Главное отличие вот именно этих шорт MTAG от обычных. Первое, это наличие дополнительных карманов. Мы видим, да? На карго-карманы нашиты еще такие кармашки. Сюда, кстати, влазит магазин от АК, чтобы вы понимали, да? Второй момент, это продуманные фаланги карманов. Они усиленные для ношения тех же клипс на фонарях, ножах, тактических ручках и так далее. Конечно же, имеем здесь довольно прочные материалы. Мы видим такие подвязы, да, полукольца для ношения доп. Оборудования. Но, в принципе, эти шорты очень удобные и в мирной обычной городской жизни. Итак, давайте в целом посмотрим на эти шорты. Кроме торчащей клипсы и кусочка фонаря найткоровского и смартфона, в принципе, здесь как бы ничего нет, да? А на самом деле здесь довольно-таки много вещей. Оно все легкое, все плоское, чтобы не давило с карманов, да, когда оно все одевается, естественно, все это идет в обтяжку. Поэтому я старался подбирать вещи, которые как бы мне при ношении не будут мешать вообще, то есть я их не ощущаю. По весу все это, ну не знаю, ну где-то может грамм 400 все это весит. Опять же, оно все распределено по карманам, поэтому как бы я этот вес абсолютно не ощущаю. Итак, давайте пойдем понаружи. Мы имеем внешний карман, очень удобный. Здесь у меня смартфон, как бы ничего сложного, да. В этот же карман, еще раз скажу, влазит магазин от оружия. Сюда же можно положить тот же нож. То есть все, что вам удобно, мультитул, универсальный кармашек, он открытый. Но, в принципе, он в быстром доступе. То есть телефон я поговорил, да, либо кто-то звонит. Я его быстренько выхватил, быстренько положил. Смартфоны с этих кармашков не упадают. Я катался на велосипедах, даже на мотоциклах. Отлично держится. Так что первое, это смартфон, да. Карго-карманы сделаны очень интересно. Можно открыть. Ну, например, если я сижу в машине и катаюсь на велосипеде, то вот через верхний доступ залезть в карман очень сложно. То есть, как бы он в натяжку идет, да. Поэтому здесь придумали такую молнию. Можно залезть сбоку, в тот же самый карман. Здесь у нас лежит такая вот интересная карточка. И, в принципе, больше ничего нету. Во внешнем кармане лежит у нас антисептик. Антисептик также плоский. Но не забываем, EDC-набор плоский. Карта плоская, антисептик плоский. Антисептик довольно интересный. Он, кстати, очень хорошо пшикает. Довольно-таки, видим, да, хорошо обезжиривает и обеззараживает руки. Тем не менее, он занимает очень мало места. Он не выпирает из кармана, он очень легкий. Вот этого флакончика, скажем так, хватает примерно мне на недели 2-3. Если пользоваться очень активно. Если я где-то там за городом, либо в отпуске, то хватает еще на дольше. Что касается карты. Здесь у меня самое главное, это вот как бы ножик. В принципе, такого ножа для EDC использования мне вполне достаточно, потому что кроме открывания посылок на почте и распечатывания некоторых продуктов питания, он мне больше ни для чего не нужен. Вот нож у меня только для этих целей. Поэтому чем ключами, лучше уже, конечно, таким же ножиком. Все очень просто, вставляем обратно. Карта эта очень легкая. Опять же, не упирает, не занимает много места. Здесь есть еще несколько приборов, там огниво есть, еще там открывашка для бутылок, оно мне все не надо. Разве что есть еще зубочистка и пинцет, как бы тоже может пригодиться, но обычно как бы не пользуюсь. То есть в основном это ножик. Гораздо удобнее, чем носить, допустим, ту же крысу. Если где-то за городом в лесу, то как бы можно взять и большой нож. Но обычно он мне просто не нужен. Весит крыса 145 грамм, поэтому как бы ну, несопоставимо ни по весу, ни по размеру, ни по удобству. Идем дальше. Задний карман. Что у меня в задних карманах? В задних карманах у меня есть салфетки, они же носовички и так далее. И жуйка. Опять же плоская. В следующем кармане у нас находится небольшая аптечка.
Вот, казалось бы, да, в шортах можно разместить аптечку, которая, опять же, не будет мешать. Что здесь? Пару спиртовых салфеток, тампоны с йодом, переламываем на две части, да, йод попадает в тампон, можно там обработать рану и заклеить. Летом очень полезно, потому что недавно совершенно пробил себе ногу веточкой срезанной, через крокс прошло, да, и пробило ногу. То вот эта аптечка очень даже пригодилась. Ну и клейки, конечно же, эти наклеечки с пластырьками, дышащие, кстати. Ничего не продавливается, ничего нельзя раздавить, оно все как бы можно садиться легко. При всем при том, оно невесомое, то есть как бы веса оно особо не дает. Но аптечка у меня уже, если что, есть. Вот у нас уже, смотрите, сколько вещей нарисовалось, да. Далее идем, внешние карманы, зажигалка, сигареты я его не показываю, потому что не хочу рекламировать сигареты. Здесь у нас ключи от квартиры, где бабки лежат, да, с детками. И фонарик Nightcore. Вот это вот самое мое главное приобретение за последнее время. Во-первых, посмотрите на его толщину. То есть, если мы возьмем, допустим, тот же как бы антисептик, зажигалку, да, то, в принципе, он по толщине своей, а по длине он примерно как карманный ножик. Чуть-чуть длиннее, да, мы видим. По крайней мере, в сравнении с обычным круглым фонарем, это просто бомба. Модель EDC-27, кому интересно, исполнен из металла с титановым покрытием. Да, штучка не дешевая, игрушка очень как бы та еще, да. Но очень приятная. Ну, самое главное, что кроме фонаря, здесь еще есть функция самообороны. Это быстрый доступ в стробоскоп и турборежим. На торце здесь есть довольно эффективная панель управления. Есть большая кнопка, которая утопленная в корпус, то есть случайно ее нажать нереально. Нажимаем ее полунажатием, у нас включается турборежим. Нажимаем дальше, включается стробоскоп. Причем стробоскоп такой, что глаза вылазят из орбит даже днем. Кроме того, здесь есть панель управления, да, мы видим. Выводится сам режим, время работы оставшееся, да, напряжение и так далее. 65 люмен будет работать 11 часов. 200 люмен будет работать 3 часа 21 минута. Очень удобно. То есть мы всегда понимаем, что с нашим фонарем происходит. Тем более, что подзаряжать его можно через USB-C порт. То есть тот же провод, который заряжает ваш смартфон, заряжает этот фонарь. Причем очень быстро. Здесь стоит аккумулятор на 1700 мАч, который может максимально работать 55 часов подряд. То есть двое суток непрерывной работы. Имеем два новейших светодиода Nightlab. Поэтому валит он на 305 метров. Ребята, представьте. Такого размера фонарь валит на 305 метров. По ношению, конечно же, есть клипса. К нему в наборе идет еще и темляк с карбидчиком таким интересным. Фонарь очень крепкий. То есть, если ты на него сядешь, ты его не раздавишь своим весом. Потому что он даже не с алюминия, он со стали. При всем при этом, кроме размера, вес этого фонаря составляет 122 грамма. То есть, он гораздо легче, чем наша всеми любимая, уважаемая крыса. Крыса весит примерно 145-150 грамм. Такие вот дела интересные. Так что такой вот у меня интересный плоский EDC набор. Пишите, обсуждайте, кому интересно, что еще нужно положить, что нужно забрать. На этом всего доброго, до свидания, до скорых встреч.